Сюрприз в глянцевом пакетике. В сфере производства семян тоже есть мошенники. Они фасуют по упаковкам так называемые пустышки, которые никогда не дадут обещанный урожай. О том, на что обращать внимание при покупке, смотрите далее. Семена должны продаваться в специализированных магазинах. Если на рынках, то в специальных садовых ларьках. На рынке я боюсь брать, действительно. Там могут быть семена уже давнешние, могут быть. Поэтому я всегда беру в таких вот магазинах. Упаковки с семенами, как правило, очень яркие и красочные, с фотографиями, вселяющими надежды на богатый урожай. Но имейте в виду, хорошее фото не более чем маркетинговый ход. Взяв в руки упаковку, внимательно изучите обратную сторону пакетика. Первое, на что стоит обратить внимание, это срок годности. Пакеты бывают двойные, одинарные, и поэтому каждый пакет, если одинарные, они на 8 месяцев, ну, с 6 до 8 месяцев. А если они двойные, то они до 12 месяцев. Поэтому надо, тут указано годен. Это годен только пакет, а не семена. Название культуры должно быть написано в соответствии с реестром селекционных достижений. В этот документ внесены все сорта, которые прошли государственный контроль и допущены к использованию. На каждой пачке должно указываться и соответствие ГОСТу. Плодовые культуры, а у них должен быть на каждую культуру сертификат соответствия, где подтверждается сортовые и посадочные качества. Сертификат на семена является основным документом, подтверждающим качество товара. Там указаны название культуры, сорт, номер партии и другая важная информация. Поэтому не стесняйтесь спрашивать его у продавца. Номер партии тут посмотрите, вот это номер партии совпадает с этим. И поэтому, почему надо спрашивать свидетельство? Потому что здесь указана схожесть. И в этом документе также указано, вот видите, номер и срок действия документа о качестве семян. Вся информация с упаковки семян должна соответствовать сертификату. Несоответствие данных или отказ продавца в предоставлении такого документа является нарушением. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Александр Атиков, Республика.